I had Татьяна copy this chart and translate it for you. Татьяна нарисовала эту схему для вас. I discovered this several years ago in a book. И я эту схему нашла несколько лет назад в книжке. And if I could remember the name of the book, I would tell you. Если бы я только книжку помнила, я бы вам сказала и название книжки. I think it was by John White, Dr. John White. Кажется, написал ее доктор Джон Уайт. And I think the title of the book was Parents in Pain. Кажется, книжка называлась «Родители и боль». But I'm not sure. Но я не уверена. I just know that this chart really stuck with me. Но я знаю, что эта схема очень сильно прилипла ко мне. So we have the two different concepts, support and control. Поэтому есть два различных понимания: поддержка и контроль. You either have a high control parent либо or вы, low control parent. Очень контролирующий родитель либо вообще никакого контроля, мало you're, контроля. Or you're going to have a high control, a high support parent or a low support parent. Также вы возможно поддерживаете очень сильно либо вообще мало поддерживаете. If you have someone, a parent who is high control and high support, если родители много контролируют, но также много поддерживает, those children are most likely to accept the parents' values and be successful. Более всего вероятно, что ребенок будет успешным и перемет ценности родителя. Now I must tell you, this chart comes as a result of some scientific studies. Я могу сказать, что эта схема появилась благодаря некоторым исследованиям научным. It's not something that some man just made up. Это не то, что кто-то что-то придумал. I'd have to say that I definitely fall in the high control, high support category. Я могу сказать, что я подпадаю под эту категорию: много контроля и много поддержки. In English, we would call that authoritarian. И на английском мы бы назвали это авторитарный стиль. You're gonna do it my way. Ты будешь это делать по-моему. But I'm gonna know who you are. Я буду знать, кто ты. And I'm gonna be there for you. И я также буду всегда там и буду всегда поддерживать тебя. The next one on the right is следующий стиль. High support. Много поддержки. I'm gonna be there for you. Я всегда буду тебя поддерживать. I'm gonna be there for you. Я всегда с тобой буду. But I might not have real good rules. Но, возможно, у меня не очень хорошие правила. I might not have a real good handle on what you're doing. Либо я вообще никак не реагирую, не справляюсь с тем, что ты делаешь. You may get by with all kinds of stuff. Ты можешь заниматься всевозможными вещами. But you know what? И также знаете что? These are the ones that are the second most likely to do well. Это второй вариант, как бы менее успешный, чем первый. And they are the second most likely to accept their parents' values. Это, сказать, возможность или вероятность, которая идет вторая по счету, то, что ребенок перемет ценности. Now, when we get down to the lower section, и когда мы доходим до второго уровня, these are the children that have low support. They're not getting much emotional support from their parents. Дети, у которых мало поддержки, мало эмоциональной поддержки со стороны родителей. Let's go to the very far corner. И давайте перейдем к самому последнему квадрату. In English, we would call this being neglectful. На английском бы назвали таких детей отверженные. The parents aren't. They don't. They're not there to instruct the child. Родители не учат детей. They're not there to provide for the child's needs. Также они не обеспечивают потребности детей. Frequently, yeah, street kids would be in that category. И зачастую уличные дети подпадают под эту категорию. But in the United States, there are plenty of kids that would fall in this category that have parents. Но в Соединенных Штатах очень много детей подпадают под эту категорию, даже если они из семьи, у них есть семьи. It's mother and daddy are so consumed with their own pain. Просто мама, папа так сильно заняты своей болью. And their own needs. И своими нуждами. That there's not anything left over for the kids. Что ничего не остается для детей. And I hate to tell you, this doesn't have anything to do with how much money you have. И могу сказать, что это никакой связи не имеет с тем, сколько вы зарабатываете. I know plenty of families that have way more money than is necessary. Я знаю множество семей, у которых денег больше, чем достаточно.
But their children are so neglected. Но их дети вот так отвержены. These are the children that are the most likely to be rebellious. В небрежении находятся, и больше вероятности в том, что именно эти дети будут бунтовать. And these are the children that are the most likely to have difficulty finding their way in life. И также у этих детей больше будет трудностей найти свой путь в жизни. So I would kind of want to tell parents, if you want to make sure your child is unsuccessful. И я говорю родителям, хотите, чтобы ваш ребенок был неуспешным? Don't provide for them and don't meet their needs and don't control them. Тогда не заботьтесь о них, не обеспечивайте их потребности, и также не надо их вообще контролировать. Now this one over here. Если взять этот квадрат. It's the person that has high control. Это когда много контроля. Lots of rules. You're going to do it my way. Много правил. Будешь делать так и будешь по-моему делать. But I don't care who you are and I don't care how you feel. Как ты чувствуешь и кто ты такой? This is the next to the worst. Это можно сказать предпоследний наихудший вариант. This isn't how you want to be. Не так вы хотите себя вести. I have seen families where the parents were so in control of everything the child did. Я видела семьи, где родители так сильно контролировали каждый шаг ребенка. And as long as they were little children, и пока дети были маленькими, they were perfect. Они были идеальными. They always did the right thing. Они всегда все правильно делали. And as soon as they got out from under mother and daddy's control, как только они вышли из-под контроля мамы и папы, they went crazy. Они с ума просто сошли. They did not accept their parents' values. Они не переняли ценности родителей. And they have more trouble finding their way in life. И у них было больше намного проблем в том, чтобы определиться в жизни. Okay, here comes Kirk. Вот идет Кирк. Поделится сейчас. When she talks about accepting the family's, the parents' values, she's assuming that these are God-given values, that they are following God, good values. Когда она говорит о том, чтобы перенять ценности родителей, то она предполагает там, что это Божьи ценности, данные Богом. Not just selfish. That's good. Because we do want them. That's part of our goal is for them to accept our values. Потому что мы хотим этого достигнуть. Это часть нашей цели в том, чтобы они переняли наши ценности. But this study was not necessarily a Christian study. И не обязательно это изучение было христианским изучением. So I guess if you were a dedicated atheist. Поэтому я думаю, если вы посвященный атеист. And you gave your children high support and high control. И вы также много контроля и много поддержки давали своему ребенку. Your children would be more likely to turn out to be dedicated atheists also. То вполне возможно, что ваш ребенок тоже станет посвященным атеистом. But Kirk's right. We are assuming for this course we want it to be godly values, and we want our children to succeed. Здесь мы предполагаем то, что мы хотим иметь Божьи ценности и чтобы дети наши были успешны. Now one of the conclusions as I read this chart for the first time. И один из выводов, который я сделала после ознакомления с этой таблицей, is that what is the most important is your giving those children emotional support. Это самое важное то, чтобы дать детям эмоциональную поддержку. You want to support the kids. Вы хотите поддержать детей. And all of us will make varying mistakes along the line of controlling. И все мы сделаем различные ошибки в отношении контроля, как это делать. We may be too controlling or we may miss some things. Мы можем стать слишком контролирующими либо что-то будем вообще упускать из виду. But the scripture that says love covers a multitude of transgressions. Но как Писание говорит, любовь покрывает множество грехов. Seems to reflect on this chart. Такое ощущение, что тоже это отражается в этой схеме. If we get their heart and we love these children. Если мы приобретем сердце и детей, любим этих детей. It's like giving God more to work with. Это можно сказать, where these kids are concerned. Больше будет работы для Бога. С этими детьми. Okay. The next concept that I want to talk about is a big one.
Следующая идея, о которой я хочу поговорить, очень большая, обширная. And it is the concept, and I'll tell you, the concept came from a class that we taught in our church on parenting. Это концепция, которая у нас в классе в нашей церкви по для родителей. That's not strictly true. The concept is biblical. И эта концепция, это библейская концепция. It's the phrasing it came from this class. И фраза, которую скажу, она из этого класса. Now the name of the parenting class is Growing Kids God's Way. И название этого курса так звучит: воспитать детей по Божьему. I wish I could wholeheartedly recommend the class to everyone, but I can't. Хотела бы я порекомендовать этот курс для каждого, для всех, но я не могу. The title itself gives me some problems, as if there was a God's way to grow kids. Само название меня смущает, потому что смущает понимание, что есть Божий метод, как сам по себе, воспитания детей. And there have been some controversies arise in the leadership of that ministry that make me not able to just wholeheartedly endorse it. И также некоторые были противоречия, конфликты среди лидеров, которые во главе этого курса были или есть, так что я не смогла дальше продвигать его. But intellectual honesty, I want to make sure that you guys understand this is not original with me. И также, чтобы по-честному сказать, чтобы вы поняли, в принципе, все это не с меня началось. And the first concept that we want to talk about is first-time obedience. И первая концепция, о которой хочу поговорить, это о послушании с первого раза. Послушание с первого раза. This is reasonable. Это благоразумно. This is very hard to do as a parent. Это очень сложно сделать в качестве родителя. Let's look. Why would we want to train our children to obey the first time we say something? И почему мы хотим научить наших детей слушаться с первого раза, когда мы им что-то говорим? Number one, because we're training them to obey God. Во-первых, потому что мы учим их слушаться Бога. If I tell my child to do something and I tell him two times, если я говорю моему ребенку сделать что-то, я повторяюсь второй раз, I only expect him to obey half the time. То таким образом я, можно сказать, сообщила такую информацию ребенку, что можешь каждый второй раз меня не слушаться, два раза надо повторять. And what I'm communicating to him is that God only is going to expect you to obey half the time. И таким образом он до него информация такая доходит, что Бог ожидает, что ты тоже будешь каждый второй раз не слушаться, только половину раз слушаться, половину нет. God expects us to obey him. И Бог ожидает, что мы будем слушаться его. And that's part of what we're teaching our children. И это также то, чему мы учим своих детей. One of the practical reasons that we are teaching them to obey the first time. И одна из практических причин, по которых мы учим их слушаться с первого раза. Is for their safety. Это ради их безопасности. What if you have a child that is running out into a busy street? Что если ребенок, который выбегает на проезжую часть? You need to be able to say stop once. Вы должны сказать ему стоп, остановись только один раз. And have that child obey you. И так, чтобы этот ребенок послушался вас. It's for his benefit or hers. Его или ее преимущество. Another serious reason is if the child does not respect you in the little things. Еще одна серьезная причина, если ребенок не слушается вас в малом. If he doesn't believe you when you say don't do something. Если он не верит вам, когда вы говорите ему не делай. How do you expect him to believe you when you tell him that Jesus is the Son of God? То как же вы думаете, он поверит вам, когда вы скажете ему, Иисус это Сын Божий? Your credibility with your children is vital. Vital. They must. Their believability. The children have to be able to believe us. И у детей должна быть сохраняться такая способность доверять вам и верить вам вашим словам. And so when we insist on first-time obedience, когда мы настаиваем на этом первом послушании, послушании с первого раза, we need to understand that that's reasonable. То мы должны понять, что это благоразумно.
First time obedience does not include arguing. И послушание с первого раза не включает в себя спор какой-то. If you're arguing, you are not obeying. Если ты споришь, то ты не слушаешься. Now our loving heavenly Father lets us get by with some arguing sometimes. Иногда наш любящий небесный отец позволяет нам проезжать с нашими спорами, нашими перепалками. But anybody that's had much time dealing with God as Father will tell you there are times he's like, I said, do it my way. Но те, которые имел с нашим небесным отцом достаточно долгое время, он скажет, что бывают времена, что Бог скажет: "Так, я сказал, сделал". He's God. Он Бог. He is God. Он Бог. He expects us to obey him. Он ожидает, что мы будем слушаться, будем послушными. Now understand, even as we're talking about obedience with our children. Также поймите, что когда мы говорим о послушании нашим детям. We want to understand. It's in the context of understanding God and us. То это в контексте понимания Бога и также и нас самих. When he tells me to do something a certain way, когда он говорит мне что-то сделать определенным образом, it's because that's the best way. То это из-за того, что это самый лучший способ. He hasn't come to ruin everything for me. Он не пришел для того, чтобы все испортить для меня. He's come to give me the best. Он пришел для того, чтобы самое лучшее дать мне. And we can go right back to the Garden of Eden. И когда мы возвратимся снова к Эдемскому саду. They had dominion, they had everything, everything was so cool. Владычество у них было все в их руках, все было прикольно, классно. They didn't believe God. Но они не верили Богу. Didn't believe his goodness. Они не верили в его доброте. So there, you know, there are just times that we need to understand that when we're requiring obedience from our children. Поэтому иногда времена бывают, когда мы требуем послушания от своих детей. We are teaching them to trust us. То мы учим их доверять нам. And we're teaching them to trust God. Также мы учим таким образом их доверять Богу. Okay, let me say, tell you another thing about obedience. Что еще хочу сказать в отношении послушания? If you are taking your time to obey, если вы послушны, I'll be there in a minute. I'll get around to it. Если, допустим, дети говорят, да, сейчас буду, через минуту подойду. That's not obedience. Это тоже не послушание. Obedience is doing what he says when he says it. Послушание — это делать то, что он сказал, и тогда, когда он это сказал. So when we are dealing with our children, we need to understand that's the standard. Поэтому когда мы имеем дело с нашими детьми, то мы должны понимать, что таков стандарт Бога. Now I do not know a parent that has done this perfectly. Я не знаю ни одного родителя, который смог это сделать идеально. You deal with your children. Even I was a pretty strong disciplinarian. Даже я, в принципе, очень сильный такой дисциплинатор, если можно так сказать. And I would catch myself telling them two or three times, "Go pick that up. Go pick that up." И постоянно два раза как бы замечаю за собой, что говорю им: "А ну пойди, подними то, подними это." And kids are smart. И дети умные. Even when they're very young. Даже когда они очень маленькие. They know that you may say it three times and you don't mean it. Они знают, что можешь ты даже два раза, три раза сказать, а на самом деле ты даже это и не имеешь в виду. And they learn when she gets to talking like this, she really means it. You learn, they learn. И когда дети кричат, начинают так кричать, то они на самом деле имеют в виду, что они хотят, сейчас хотят. Now she's serious. Теперь она серьезна. It's much less stress on everyone if they know you mean it the first time you say it. И намного меньше стресса будет для каждого человека, для каждого члена семьи, если вы то, что вы сказали, вы серьезно сказали, вы это на самом деле имеете в виду. Now how you enforce this, it needs to be age appropriate. И также то, как вы пытаетесь это донести до ребенка, должно соответствовать возрасту ребенка. And it's best if you can start when they're just learning to crawl. И лучше всего, когда вы учитесь, когда они еще ползают. And you say they go to touch something they're not supposed to touch. Допустим, они идут, дотрагиваются до чего-то, чего не должны трогать. Like an electric socket. Допустим, как электрическая розетка. You have the choice. You can say no, no, and let them
touch it and get shocked and learn. Вы можете сказать ему нет, нет, и потом он таки пойдет дотронется и его еще током ударит. That's not too smart. Это не очень умно. Or you can say no, no. Либо вы можете сказать нет, нет. And then enforce it. Enforce it. Make it happen. If he still touches it, make him obey you. И затем все-таки, если он дотрагивается, заставить его послушаться вас. You don't have to hit him. Не обязательно его бить. Just say no, no. I meant it. Просто скажите нет, нет. Я это имела в виду. Я серьезно сказала. Frequently at age one, that's going to just make them so angry that you just told them no. И как зачастую это будет их очень злить, особенно где-то в возрасте с одного года. And you'll get this. И вы увидите вот такое. Just because you said no. Только из-за того, что вы сказали нет. As they get older, you're going to have to be a little more insistent because they will test you. И по мере того, их взросления, вы должны будете более быть настойчивыми, потому что они начнут вас проверять. But the point, and we'll talk some more about techniques later, but the point is, first time obedience is reasonable. И позже мы поговорим о технике, но смысл в том, чтобы было и это благоразумно послушание с первого раза. Your goal would be to be able to tell your children either to do something or not do it one time and have them obey you. Ваша цель в том, чтобы сказать ребенку что-то сделать, либо сказать ему чего-то не делать, и чтобы послушание было с первого раза. Without arguing. Без споров. And without delay. И без задержек. That's the goal. Вот цель. It's not easy. Это нелегко. Okay, and I meant to give you some scriptures here. Let me write these down. Можете записать еще стихи, некоторые ссылки. Proverbs 22:6. Притча 22:6. And Ephesians 6:4. И Ефесянам 6:4. Proverbs 22:6 says. Притча 22:6 сказано. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Настав юноши при начале пути, и он не клонится от него, когда состареет. And Ephesians 6:4. И Ефесянам 6:4. Tells us to bring up our children in the training and admonition of the Lord. Там говорится, воспитывайте детей в наставлении Господнем и учении. Those scriptures are pretty handy to just to keep around. Это можно сказать стихи, которые должны быть всегда под рукой. That's our job. That's, and it's nice to have a scriptural passage for why we're doing what we're doing. Это наша задача. Очень хорошо иметь эти библейские ссылки, стихи, основания, чтобы понимать, что мы делаем, для чего мы делаем. Now the next concept I want to talk about, go to Proverbs 22:15. Следующая концепция это притча 22:15. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправитель мозга удалит ее от него. Foolishness. Глупость. Foolishness. Глупость. If we are going to have biblical discipline, we need to understand the difference between foolishness and childishness. Если мы хотим понимать библейское дисциплинирование, то нужно понимать разницу между глупостью и ребячеством, либо быть как ребенок. Let me give you an example of childishness. Хочу привести вам пример того, как быть как ребенок, подобно ребенку. You have a child that's sitting at the dinner table. Допустим, сидит ребенок за столом. He reaches for something and spills his milk. Хочет что-то достать, и потом опрокидывает стакан с молоком свой. Children do things like that. Дети так поступают. They're learning how to navigate the world. Они учатся, как управляться в этом мире. That's not foolishness. Это не глупость. So it would be inappropriate to respond to a child in the same way as if he were doing something intentionally wrong. И поэтому было бы неверно реагировать в этой ситуации так, как будто он что-то сделал специально. You have this the same child sitting at the dinner table. Взять тот же пример. Сидит он за обеденным столом. And he's wiggling and jostling. Крутится на стуле, крутится. And you see the milk shaking. И вы видите, что стакан дергается с молоком. And you say,
you need to sit still or you're going to spill your milk. И вы говорите: "А ну сиди спокойно, а то опрокинешь стакан." And he just ignores you and он keeps right on and the milk spills. Игнорирует вас, и таки стакан проливается. The result is the same thing. You have milk all over the table. В результате тот же самый результат, что мало молоко разлито по всему столу. But the infraction is very different. Infraction. The crime. Но преступление, оно очень отличается по составу. Because one is childishness. Потому что там, где ребёнок был как ребёнок, вёл себя. One is foolishness. А второй вариант — это глупость. And so you need to respond differently. Поэтому ваша реакция должна быть разной. My thinking is if it's just childish and he spilled the milk. Я думаю, что если это просто он вёл себя как ребёнок и просто он пролил молоко. You would give him verbal instruction. То вы просто дадите ему такое устное наставление. See, you accidentally spilled your milk. We need to be more careful next time. Таким образом, о, ты пролил молоко случайно. В следующий раз должен быть более внимательным. And depending on the level of rebellion when he was being foolish. И также в зависимости от его бунтарства, когда он вёл себя как глупец. I might say, see, I told you that was going to happen. You did not listen to me. И то также вы можете сказать: слушай, ты не послушался меня, когда я тебе сказал сидеть спокойно. Or if we weren't getting anywhere, there might be other consequences. Like if I had told him before and he's not listening to me and I know he's not listening. Либо же я раньше ему такое же говорила, он меня не слушает, и я знаю, что он меня не слушает. We might find some other punishment. То мы найдём какой-то другой вид наказания. Have you guys all copied this chart? Are you finished with it? Все нарисовали себе эту схему. Okay, because I want to erase it. Okay. I want to talk a little bit about the different qualities of infractions or sin. Я бы хотела поговорить о различиях этих так называемых преступлений или греха. Now, my daughter did not get her artistic talent from me. Your daughter? Yes, my daughter is an artist. А, моя дочь не получила таких же, не приняла таких же артистических способностей от меня. But just to tell you, pretend like this is a target. Допустим, представьте себе, что это мишень. Now we know that the word for sin means to miss the mark. Мы знаем, что грех, слово грех означает не попасть в цель. It's like you're shooting at the target and you just fall short. Стреляешь в цель, а не долетает. All have sinned and come short of the glory of God. Не долетает либо как грех это отпасть от славы Божией. То же самое это не попасть, упасть. Now say over here you have a little guy that's your archery instructor. И допустим, этот человек является вашим инструктором по стрельбе. Just let's say I don't like where he hit the target, so I'm going to shoot my arrow at him. You don't like the target? Yeah, I'm going to shoot him. Мне не нравится мишень, я буду стрелять вот тогда в этого инструктора. That's a different quality of sin, isn't it? Это вообще другой вид греха, не так ли? Some people call it transgression. Некоторые люди называют это преступлением. I haven't done the word study, so I can't say absolutely that that's correct, but there's definitely a different quality. Я не изучала это слово, но всё равно в любом случае это другой вид преступления или греха. I'm not trying to hit the target. То что я даже не пытаюсь попасть в мишень. I either want him to go away or I want him to move the target. Я хочу, чтобы он исчез, ушёл прочь, либо чтобы он вообще мишень убрал. Now, what if you're shooting and you're trying to hit the target, but your arrow is bent?
На что происходит также? Пытаетесь попасть в мишень, но стрелы ваши изогнуты. That's what I think of when I think of iniquities. Так я представляю себе беззаконие. Some of them have been passed down from my parents, and it's like it's my bent. I want to sin a certain way. То есть это те беззакония, которые передались от прародителей моих. Even if I were to shoot towards the mark, I'm gonna miss it because I'm bent in sin. Даже если я хочу попасть в мишень, постоянно пропадаю, не попадая, она в сторону уходит из-за того, что согнута эта стрела. Yeah, the blood of Jesus covers all of these. И знаете, что кровь избавляет это. But as you're parenting, you want to be able to identify in your children which one is it. Но в процессе родительства вы должны определить, что за вид беззакония это является. Because if your child was trying to do the right thing and he just missed. И также если ребенок пытался поступать правильно, сделать что-то правильно, а у него не получилось, не попал он. Or he wasn't paying attention and it just got messed up. Либо же он не обращал внимания, был невнимательным, и тоже все испортилось. It's still sin. Это все еще грех. Все это еще является грехом. But you want to respond to that in a different way than if he is wanting his own way and wanting you to get out of the way and change the rules for me. И также вы хотите по-другому реагировать в такой ситуации, чем если бы ребенок хочет избавиться от всех правил, избавиться от вас тоже, либо вы убрали все правила. I thank God for a godly, wise grandmother. Again? God gave me a godly, wise grandmother. Бог дал мне благочестивую, мудрую бабушку. And when my children, I think before my children were a year old, she gave me some wise advice. И прежде чем моим детям исполнилось годик, то она мне дала очень мудрый совет. She said, someplace between the time that child is a year old and the time that child is 3 years old. Она говорит, в какой-то момент между тем, когда ребенку один год, три года. He is going to test you. Он испытает тебя. You better win that first fight. И лучше тебе победить в этой первой битве. If you do, everything else will be easy. В этом первое сражение. Если ты победишь, то все будет легко. If you don't, you're going to have to fight it again. Если нет, то будет снова такая битва. And again. И снова. And again. И снова. And the problem is, the older they get. Проблема в том, что чем старше они становятся, the tougher they get. То тем жестче они играют или борются. So it's better if you can get them to believe you when they're little. Поэтому лучше заставить их поверить тебе, когда они маленькие. And but you won't be able to do it if you don't believe that first-time obedience is reasonable. Но также у тебя не получится это сделать, если ты не веришь в послушание с первого раза. And if you don't believe that foolishness is bound up in the heart of a child. И если ты не веришь, что глупость гнездится в сердце ребенка. I'm thinking of one person in particular right now who is I think she's in her early 20s. Я вспоминаю одного человека, ей сейчас где-то 20 с чем-то лет. She loves God. Она любит Бога. But foolishness was not driven out of her heart when she was a child. Но глупость не была выметена из ее сердца, когда она была еще ребенком. She wears all of us out. Можно сказать, она всех нас с ума сводит. And she is so easily hurt. И очень легко она ранима. Because she's obnoxious to other people. Obnoxious? Rude. Потому что она грубовато ведет себя с другими людьми. We took her on a mission trip with us last year. В прошлом году мы взяли ее с собой в миссионерскую поездку. And she managed to offend just about everyone on the team. И в команде она абсолютно каждого оскорбила. And it's heartbreaking because she does love God. И это разбивает сердце, потому что она на самом деле любит Бога. But when she was little, но когда она была маленькой, her mother and her father didn't ever stand up to her. They wouldn't stand up to her. They just thought she was such a wonderful little princess. И ее мама, папа ничего с ней не делали, думали, что она такая хорошая маленькая принцесса. That it's the foolishness was not driven out of her heart. Так что глупость не была изгнана из ее сердца. So if you love your child, поэтому если вы любите вашего ребенка, don't let the foolishness stay. Чтобы глупость осталась в нем.
But at the same time, if it's childishness, но в то же самое время, если ребенок ведет себя просто по-детски, don't respond if it's foolishness. Не реагируйте так, как будто это глупость. You have to be discerning. Вы должны иметь это развлечение. Which goes back to what I said, parenting is not for cowards. Как я сказала раньше, это связано с тем, что родительство это не для трусов. Being a good parent is hard work. Быть хорошим родителем это трудная задача. Now the rewards are great. И награда тоже большая. Okay, we need to talk about biblical chastisement. Также мы должны поговорить о библейском наказании. Do parents over here in Ukraine do they spank their children? Шлёпают ли родители детей по попе в Украине? What you say? How you call this place? I mean, they get all this vitamin right. B, like bottom. Okay, yeah. Vitamin B equivalent. There are some countries where using physical pain, physical punishment is against the law. В некоторых странах физическое наказание против закона, незаконно. In the United States, it's legal, but it's going to be watched. You might be reported. В Соединенных Штатах это легально, законно, но за этим могут наблюдать и даже донести на вас. But we really need to see the difference between cultural spanking and biblical chastisement. Но также нужно увидеть разницу между таким культурным шлепанием, отшлепанием и библейским наказанием. Because we want to be doing things biblically, not culturally. Потому что мы хотим делать все по-библейски, а не в соответствии с культурой. I do believe that there is a place for biblical chastisement. Я верю, что есть место библейскому наказанию. Now, if I'm ever living in a country where it's illegal, I'm going to have to find other ways. Если я живу в такой стране, где это нелегально, это незаконно, то мне нужно найти какие-то другие способы. The reason I like the practice at all is because it can be very quick. We can get it over with почему, and go on. Почему мне нравится эта вообще практика? Потому что это эффективно, это практично и очень быстро все доходит. И идти дальше можно. And I will tell you, quite frankly, я могу сказать вам достаточно откровенно. If you're not willing to do some of the other things we've talked about as far as reaching a child's heart, если вы не желаете делать все остальное, о чем мы говорили, достигать сердца ребенка, listening to that child, слушать этого ребенка, respecting that child, уважать этого ребенка, keep your hands to yourself, то лучше попридержите свои руки. Don't go telling that child that you're hitting them because God loves them if you're not loving them. Не говорите этому ребенку, я тебя наказываю, потому что Бог тебя любит, и вы его бьете, а вы, и любовь к нему не проявляете. This is very serious. Это очень серьезно. And it should be applied intelligently. И это нужно применять с умом, с мозгами делать. It's best if you find an instrument to use that will not wound the child. И хорошо найти такой инструмент, приспособление, которое не принесет раны для ребенка. When my kids were little, I used a wooden spoon. What? A wooden spoon that you cook with. Когда мои дети были маленькие, я использовала деревянную ложку такую. Because it was always handy. Когда она всегда под рукой находилась, и поэтому я ее всегда шлепала. It's not a good idea. Это не очень хорошая идея. Because you can hit too hard and you can bruise them. Потому что можешь сильно ударить и вообще поранить. And that's not okay. И это не очень хорошо. It is not okay to abuse a child. Нет, это не хорошо. Нанести вред какой-то ребенку. Your ideal instrument, if you could find, would be something that would sting but not cut the skin. You don't want to do damage. Belt. Well, that sometimes a belt can really hurt. It can bruise them. Yeah. Нужно найти что-то такое, что прилипнет, но не поранит и кожу не поранит. I have at my home now, I have some cooking spatulas that you use like to turn an egg that are plastic. У меня есть такие пластиковые штуки, ну, приспособления на кухне, палочки, ну, не палочки, инструмент для переворачивания там яиц, когда жаришь.
And they're very flexible. И очень такие как бы гнущиеся, гибкие. So they can give a little sting without doing damage. Поэтому они тоже могут ужалить и никакого вреда не нанести. Before you ever hit a child, и прежде чем вы когда-либо ударите ребенка, you need to hit yourself. Вам нужно себя ударить. With the same level of force. С той же силой. Because if it hurts you, it'll hurt them. Потому что если больно будет вам, то больно будет и им. And I'm telling you, there are so many child rearing courses I've either read about or heard. Я могу сказать, что очень о многих таких курсах по воспитанию детей либо я слышала, либо я читала об этом. And they come across as beat your children for God. Beat your children in the name of Jesus. That's how it comes across. Смысл такой, что бейте своих детей во имя Иисуса, ради Бога. That's not okay. Это нехорошо. That's not okay. There may be times where it's the most loving thing to give the kid a couple of quick swats. Бывают времена, когда лучше всего пошлёпать немного ребёнка. And then you make friends with that child. И тогда снова становитесь друзьями ребёнку. And give that child a chance to say I'm sorry. И предоставьте ребёнку шанс сказать извини. And then you love them and pray for them and let them go on about their business. И затем вы любите, молитесь их и отпускаете их, чтобы. Sometimes the child would prefer that because then it's over. И иногда ребёнок предпочитает это, потому что тогда это быстро заканчивается. But I want all the people of God to know it's like we're not just picking up sticks and banging kids. It's not okay. Я бы хотела сказать Божьим людям, что мы не просто берём какую-то палку и как бы бьём детей. Это ненормально. It's very important if you are ever going to use biblical chastisement. И очень важно, если когда-то вы будете применять такое библейское наказание. That before you get there, что прежде чем вы дойдёте до такого момента, that child understand the infraction and why this is happening. Что убедитесь, что ребёнок понимает грех, понимает проступок и почему это важно, почему именно так было сделано. Otherwise, where's the discipline in it? Иначе, где же мы можем, как же мы можем найти дисциплину в этом? Where's the making the disciple if he doesn't know why this is happening? Как же мы можем сделать его учеником, если он не знает, почему это произошло? Otherwise, it just looks like a mother or father out of control hitting me. Иначе это похоже на то, что мама, папа вышли из-под контроля и бьют меня. So, I mean, that would be kind of the basic. Before you lift your hand at that child, you better get yourself under control. Поэтому прежде чем поднять руку на ребёнка, лучше сами себя проконтролируйте. Because biblical chastisement never is done in anger and frustration. Потому что библейское наказание никогда не производится в гневе и разочаровании каком-то. Now I know that I can tell you I haven't been perfect. И я могу сказать вам, что я не была идеальной. My kids used to compare rings on the back of their legs after they got spankings because the spoon would leave little rings, little red rings. Что делали мои дети после того, как я их побила, я как это, ну, я они сравнивали эти кружочки, которые оставались у них на теле, у каждого из них какого размера. And that's not my proud moment as a mother. И можно сказать, это не момент моей гордости в качестве матери. I mean, it still hurts my heart. И всё ещё это ранит моё сердце, моё сердце болит. And there was the time that my son was riding a four-wheeler. Do you have four-wheelers? They're like motorcycles with four wheels. I see. И получается, было время, когда мой сын ехал на такой машинке на четырёх колёсах. And we were out in the country and there were a lot of rocks. И мы были в деревне, и там было много камней. And he rode past my husband and I, you know. И он такой, что сделал? Он проехал мимо меня, мимо моего мужа. Look back, like. Оглядывается назад такой, ха-ха-ха. Hit a rock and overturned his four-wheeler. Что делает? Наезжает на камень и переворачивается в этой машинке. Scared me to death. Это меня вообще до смерти напугало. He jumped up and said, "I'm all right. I'm all right. I'm all right. I'm all right. I'm all right." А потом подскакивает, кричит: "Со мной всё в порядке, со мной всё в порядке." And I say, "Good, Kirk, give me the belt." Я говорю: "Хорошо, Кёрк, ну дай мне пояс." And I
walked the tar out of him. I whipped him pretty bad. И я тогда его очень сильно шлёпала. Because I was so afraid. Потому что я так испугалась. That was not biblical chastisement. Это не было библейским наказанием. Not anything close. Даже ничего подобного, ничего близко не было. It didn't do any permanent damage for him. Ну и никакого такого особого, как бы, особого ущерба не причинила ему. But I had to apologize to him. Но мне пришлось извиниться перед ним. Which is another huge, huge point. If you're going to reach your child's heart, you have to be able to apologize. Это еще один, как бы, момент. Вот если вы хотите достигнуть ребенка, то у вас должна быть способность извиняться. Some of you have already made huge mistakes in your parenting. И некоторые из вас уже сделали огромные ошибки в вашем родительстве. You need to let Holy Spirit show you how to go acknowledge that to your child. И вы должны позволить Духу Святому возвратиться и чтобы он дал понять, как это признать перед ребенком. It's not wise to go grovel in front of them, you know. Grovel. Oh, like roll around in the dirt. Please forgive me. Please forgive me. I'm a worm. Не будет мудрым с вашей стороны прийти перед ребенком, упасть на колени перед ним, начинать как бы истязать себя. О, пожалуйста, прости меня. But some of them may need to hear you say, "I did wrong." Но некоторые из них, возможно, они нуждаются в том, чтобы вы сказали, я сделал неправильно или я был неправ. So let Holy Spirit lead you there. Поэтому позвольте, чтобы Дух Святой привел вас в такое место. Okay, let's take a break. Перерыв, да?